Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Toyota Tundra с повреждениями под задним правым фонарем. Крыло и кронштейн крыла будем рихтовать. Бампер хозяин привез новый, так как старый под списание. Вы на канале Автокрафт. Мы начинаем ремонт. По случаю хорошей погоды было принято решение чинить автомобиль на улице. На самом деле это шутка, просто тундра по длине не помещается в наш бокс. Может быть и помещается, но места для ремонта там уже не останется. На самом деле нам машину привез наш постоянный клиент, и только лишь поэтому мы взяли ее в ремонт. Выносим инструмент на улицу, начинаем выдавливать и рихтовать. Так как автомобиль рамный, используя раму, упираем в нее гидравлику и выдавливаем наружу низ крыла. Выпрямив кронштейн крыла, переходим к рихтовке залома. Сама авария произошла не вчера, это видно по налету ржавчины. Достаточно долго клиент ездил после аварии. Но если бампер можно купить новый и повесить, то с заменой крыла возникнут проблемы. Поэтому, чтобы не доводить до замены, клиент решил купить бампер и приехать к нам. Есть сложности при рихтовке данного крыла. Здесь металл толще, чем на крыльях обыкновенных автомобилей. Но в этом есть и свои плюсы. На толстом металле практически никогда не бывает хлопунов. Примерив бампер, чтобы проверить правильность формы, обнаружили, что страдало не только правое крыло, но и левое. Белый цвет сразу в глаза не бросается. А теперь становится видно, что угол этот замят. Вот эта часть. Также будем выдавливать, как и правое крыло. Опять упирая гидравлику в раму, аккуратно поддавливаем крыло наружу и прорихтовываем залом. Всю полопавшуюся краску снимаем болгаркой и открытый металл закрываем в два грунта, как снаружи крыла, так и изнутри, на левом крыле и на правом. Так выглядит конечный результат жестяных работ. Клиент машину будет красить сам, поэтому мы машину отдаем в таком виде.
Пишите, что вы думаете по поводу рихтовок таких монстров. А мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!